Всем привет! С вами Ира и канал «Готовим с любовью». Сегодня готовим всеми любимый салат. Сельдь под шубой в виде сердца. С листьями салата, по краям розочки. Ну, скажем, такие непрофессиональные розочки для любителей. Но салат действительно станет украшением вашего праздничного стола. Вкусный и красивый. Готовьте на здоровье! Для салатика нам нужны будут следующие продукты. 3 отварного картофеля, 2 отварной моркови, 1 слабосоленая сельдь, уже очищенная от костей, 2 небольшие луковицы, лук нужно обязательно замариновать, 3 отварной свеклы, зеленый салат, соль, перец добавляем по вкусу, салат заправляем домашним майонезом. Рецепт есть на канале и будет в ссылке под видео. Я уже майонез заправила в одноразовый кондитерский мешок. Берем лук, нарезанный кубиками, заливаем кипятком, чтобы ушла лишняя горечь. Дальше добавляем щепоточку соли, добавляем сахар, где-то 2 чайные ложки. И, конечно же, добавляем уксус. Уксус я беру яблочный, добавляем по вкусу, я добавляю 3 столовые ложки. Пока мы подготовим следующие продукты, лук хорошо промаринуется. А мы сельдь нарезаем кубиком, морковь, картофель и свеклу натираем на мелкой терке. Все продукты подготовили. Первый слой салата у меня отварной картофель, натертый на мелкой терке. Салатик в форме сердца. Наносим домашний майонез. Теперь выкладываем рыбку, нарезанную кубиком, и разравниваем. Сверху рыбы нанесли маринованный лучок и теперь снова покрываем слоем майонеза. Это наш любимый салат. К удивлению, едят все, даже дети. Мы любим рыбку. Здесь много овощей. Прекрасный салатик. Следующий слой у нас морковь, натертая на мелкой терке. И это последний слой салата, который мы будем смазывать майонезом. Теперь наносим последний слой майонеза на бока. Хорошо будем покрывать салат. Как морковью мы покрыли с боков и сверху, так и отварной свеклой будем покрывать. Ну и также берем вилочку и наносим свеклу. Теперь смотрите, у меня осталась отварная свекла, мы не всю потерли, 1,5 бурочка. И теперь берем и тонко, вот как будто мы очищаем свеклу и нарезаем по кругу, по кругу, по кругу. Это будут розочки. Кстати, съедобные. Режем, режем тонко по кругу, чтобы нам потом было удобно свернуть. Смотрите, берем и заворачиваем. Чем тоньше вы нарежете, тем легче вам будет свернуть в розочку. Вот небольшие розочки. Вот есть одна. Наши обрезки свернули в розочку. Потом заворачиваем в салатный лист и выкладываем, смотрите, вокруг нашего сердца. Салат получился просто превосходным. Готовьте в удовольствие, готовьте на радость своей семье. С вами была Ира и канал «Готовим с любовью». До новых встреч! Пока-пока!